То есть я понимаю, что Наташа там поработала. Нехорошо. Мягко говоря, но в любом случае надо ей простить. Находи в себе ресурсы моральные и власти. Цвет глаз у тебя поменялся, Оля, причина. Нет. Не трожь говно, понятно. Знаешь, она все равно закреплена за, в сознании в общественном за товарища. И как бы или он ее должен взять, или никто. Ну, ты же знаешь, что такое еврейская месть, да? Не знаешь? Нет. Когда через 10 лет к вам придут, понимаешь, вы уже и забыли обо всем. Почему еврейская? А? Ну, потому что умеет ждать. Ну да, здесь такой момент, что если в себе это сохранится, через много лет, значит, уже она не будет привязана. Я так понимаю, что я его спросил, какую-то должность, если что-то придумаешь, у меня его придумал. То есть он достаточно. Послушай, а зачем она нужна? Не, не нужна. Не, я раньше, я вот еще месяца три, как два, как я иначе ее воспринимал. Я понимал, что она интриганка, я понимал, что она меня там колбасит, но до такой степени. Она идиотка. Ёбана, блядь, да, что она еще и Юру, блядь, умудряется где-то ёбнуть. Она, блядь, просто... Она идиотка, ты не понимаешь, она больной человек, ты не понимаешь. Не-не, я уже понимаю, Лиза, все, то есть тут получается так, что я хочу спрашивал, у меня есть личный интерес. Я, в принципе, не хочу, чтобы ты её признал, очень не хочу, блядь, это... Я считаю, что нельзя. Есть случаи, когда надо. Но если она сохранится где-то в доме вокруг товарища, это пиздец. Даже если не сохранится, она изредка будет. Но если сохранится... Она будет говно, блядь, постоянно метать. Будет интриги пиздец. Причем она же умеет эти интриги запускать через другие еще. Другие, Вася, блядь. Я думаю, что Вася... Лучший друг, блядь, да. И Андронайк, и она их обоих там крутила в... Идите к мамочке, блядь. Алло, идите к мамочке, блядь. Она пыталась себе, да, создать свою мафию, блядь. И их еще, блядь, закручивать. К мамочке, блядь. Блядь, я сидел, блядь, смотри. А Вася Боднарь сам по себе, блядь, пидорас редкий, блядь. Еще вместе с ней, блядь, они Андронайки, блядь, они там, блядь. Андронайки вроде бы неплохой парень, блядь. Но у него есть финансовый интерес в ней, блядь. И все, и пиздец. Она же его завязала. Тогда он просто, хотя они уже ругаются, у него, мне кажется, ему немножко не нравилось, что он как бы чуть-чуть под меня тогда попал. То есть такой момент был, не то, что товарищи не назначали, что вот, блядь, этот старший, этот младший. Он так говорит, но я получился некий координатор в процессе. И я от него стал чего-то там требовать, понимаешь? Потому что Влад, он такой, он толковый. Но не супер организован. То есть там что-нибудь должен сделать завтра. Ой, блядь, забыл в последний момент. Он, правда, умеет очень быстро все делать, то есть это его выручает. Но он часто что-то проебывает, что-то забывает. Потом раз, догоняем, да? И я пару раз, не то, что ты понимаешь, я не буду выебываться. Да. Я так аккуратно говорю, Влад, мы же должны Влада это отдать. Давай подготовь. Или там сидим на каком-то совещании без Влада. Андронайки, блядь, каждые 5 минут на телефон. Я так говорю, подождем, я заканчиваю разговор, что участвую, подождем, блядь, то есть я думаю, вымыл скайп, блядь, выключу телефон и так далее. Ну, дома скажу, если можно, отвечать только в крайний случай. И он, ему не понравилось, это он пошел к товарищу. Ну, потому что он же якобы близкий, блядь, к товарищу, ну, да, непосредственно. Ну, у него не получилось, он высвободился, блядь, Наташа долбоёб. Высвободился и приплыл, блядь. Слушай, Наташа долбоёбка, блядь, конечно, помню, блядь. Ты понимаешь, ты же не просто в структуре там какой-то отдельный элемент. Ты же человек Юры, блядь. А Юра, сука, нахуй, за нее, блядь, сколько он за нее, блядь, жопу рвал, блядь, сколько он это, я же прекрасно все знаю. Ну, ну, она берет, блядь, и тем. Она же не идет не тебя, блядь, она Юру ебет, блядь. Понимаешь? И вот как вот можно так, блядь? Тупая, безмозглая, блядь.
Идиот. Тупая. Я никогда не мог это слово про нее подтвердить. Но все-таки она вот интриги в ней настолько сильнее мозгов, что, блядь, серьезно, блядь, да ну как можно, блядь, сидеть со мной в таком, блядь, шоколаде, в такой сгущенке, блядь, и, блядь, и самой себе, блядь, это, и это ермо, блядь, себе на голову навесить в виде Влана, блядь, со мной, блядь, нахуя, блядь. Нахуя она, понимаешь, она полезла, блядь, она с этого капкана, блядь, чудом выскочила, блядь, понимаешь? И потом, блядь, сама же в него, блядь, за него залезла, блядь, еще, блядь, по кругу, блядь, себе врагов нахуярив, блядь, в войну сбежавшись. Самое главное, опять же, ситуация проста. Если бы ты только появился, было бы понятно. Но Молдунком прожил хуй знает сколько. Люди прожили, ничего никого не ебнули, ничего никого, блядь, не обанкротили и так далее. Возможно, что были моменты, где она вполне могла поставить разумный, нормальный какой-то барьер, понимаешь? Но в конце концов, ты имеешь право ее и уволить, блядь, ты же, блядь, ебаный враг. Ну, понятно. В уставе же не написано же председатель именно Политова. Да, жизнь. Да. Не, ну, дурочка, конечно. Притом я это уверен, что заработки были, блядь, будь здоров, могли бы быть еще больше, блядь. Тем более я ее постоянно держал. Я не оценивал ее как, блядь, ее способности и тому подобное. Да ей же все видно, она же идиотка, блядь, она. Летим, блядь, с этой свадьбы, блядь, с Тимотином, блядь. Ну, блядь, ну как, блядь, ну ебаный вам, блядь, сидит. Встает вас из самолета, блядь. Ну, кто у нас здесь самая красивая, блядь, ебаный рот, блядь. Знаешь, все смотрят, блядь. Все только, блядь, я ваша мама, я, блядь, это Виктория Бан, блядь, ну ты, блядь, дура, ну, блядь, ну, я все понимаю, ну, блядь, знаешь, есть два уровня идиотизма, блядь, человек, когда понимает, что он дурак, и молчит, блядь, человек, который, блядь. Уровень числа, это пиздец, понимаешь, блядь, и ты все, блядь, и сидишь, ну, я ж, блядь, стыдно же, блядь, люди задают вопрос, Слава, блядь. А в Москву, блядь, я пару раз ее привозил. Ну это пиздец, блядь. Так люди на меня так смотрели, блядь. Слава, а кто хозяин банки? Ты или она, блядь, знаешь? Я говорю, ну в принципе я, блядь. А, ну понятно. В принципе я, но вообще-то она. Понимаешь, блядь? Ну, блядь, это как, блядь. Иначе, ну что, блядь, начинаю. Такая, блядь, вся, блядь.